Привет, друзья! Мы сейчас находимся в кальян-шопе. Это челябинская сеть магазинов. И сегодня у меня здесь на диване, так сказать, Дима, собственно, директор всех этих магазинов. И, конечно же, Александр, руководитель отдела франчайзи. Первый вопрос, наверное, пойдет, конечно же, собственно, Диме. Дим, как ты вообще пришел? И когда это было, когда ты вот проснулся и решил, блядь, хочу, сука, магазин открыть? Ну, это было года 3,5 назад. Мне, на самом деле, об этой идее подсказала жена. Мы, в общем, решили открыть этот магазин. Небольшой первый магазинчик с минимальными вложениями. У нас как раз мы были одними из первых магазинов кальянных профессиональных в Челябинске. И так все сложилось, что я нашел нужных поставщиков, познакомился с нужными людьми. И после того, как мы открыли магазин, все потихонечку завертелось, закрутилось. И на данный момент... Сколько магазинов на данный момент по Челябинску? На данный момент мы открыли 4 магазина по Челябинску, то есть у нас такая небольшая сеть магазинов. Также уже продаем франшизы, ну, потому что делаем все как бы правильно и бизнес, соответственно, разрастает. А какой профиль магазина? Он нацелен больше на опт или, конечно же, обычная розничная продажа для, грубо говоря, обычных людей, которые смог просто прийти и купить одну пачку? Магазин формата розничных покупателей, то есть это классический вариант, когда то есть у нас большой ассортимент, в этом магазине есть практически все, то есть все, что вы хотите купить для своего кальяна, можно прийти в магазин и у нас приобрести. Соответственно, также можно работать и оптом, то есть у нас люди, которые там, допустим, покупают франшизу, мы их никак не можем ограничивать в этом плане, более того, предоставляем им полную свободу выбора. То есть они могут свое ценообразование, и получается они также могут торговать оптом, то есть без проблем. То есть таких рамок нету. Ты сейчас сказал слово франшиза. Как я понял, у вас еще есть и франшиза, правильно, магазина? То есть она продается. Мы вот такими, получается, у нас путь развития был, открывая магазин за магазином, у нас все-таки ребята уже начали интересоваться, начали спрашивать, а есть ли франшиза, а у нас как бы ее не было. А вот, после чего как бы, вообще эту историю, я думаю, лучше расскажет Александр, чтобы... Лучше понять, да, так как он руководитель отдела франчайзи. По его профилю будет. Да, в общем, история была такая, что порядка, уже как раз около года назад произошла эта история, то, что начали поступать обращения о том, что продайте франшизу, а у нас ее нет. А у вас было какое-то дикое удивление, то есть, бля, смотри, люди франшизу просят? Ну, сначала, естественно, мы просто особо, абсолютно не задумывались в данный момент, потому что просто занимались планомерным развитием, открытием магазинов, то есть, каждый год открывали по магазину, и даже там быстрее была скорость, но... Вот, то есть мы просто занимались этим развитием, то есть абсолютно не думали об этом. Как бы в этой сфере не крутились, не понимали. Ну, и сказали, продайте франшизу. Говорят, ну нет. Цели не было, да? То есть забабахать проект, чтобы потом распространять франшизу. Просто этот, как бы, получается, проект франшизы, получается, сформировался за счет спроса. Да, то есть, как бы. Сказали, продайте франшизу. Говорит, ну нет. Говорит, ну давайте что-нибудь придумаем, мы хотим. Смотри, вот что дает франшиза? Вот, допустим, я пришел, да, вот увидел, что у вас сеть растет, да, у вас хороший ассортимент, у вас есть публика, поставщики, продукция и все остальное. Сколько стоит франшиза? Да, стоимость франшизы, то есть как мы что придумали. Стоимость франшизы на данный момент составляет 200 тысяч рублей. Этот момент будет до... ноября 2017 года. То есть после этого момента мы повышаем франшизу, стоимость франшизы, плюс также подписчикам и смотрителям данного видео мы в конце сделаем скидку небольшую. Да. По промокоду «Дава дым франшиза». По промокоду «Дава скидка». «Дава скидка». Да. Стоимость франшизы, да, 200 тысяч рублей. То есть, опять же, то есть... Кто в курсе, то есть смотрят, знают франшизы, мы не берем роялти никакие, то есть никакие там сборы не берем, даем полностью поставщиков, то есть... Да, можно я продолжу? У нас получается, мы нарабатывали большой опыт свой, да, уже.
как вести бизнес так, чтобы тебя не проверяли какие-то органы там, ну, или меньше проверяли. Полная документация, короче. То есть полная документация, полная консультация, юридическая там поддержка и так далее. А самое главное — это поставщики, то есть это практически первые руки, то есть надежные люди, то есть можно как бы этих поставщиков якобы найти в интернете и так далее, но они вам не дадут никогда таких цен, какие дадут наши поставщики, потому что мы уже давно и надежно с ними работаем, и как бы тут такой момент, что у нас есть хорошие наработанные отношения. Смотри, а озвучь сумму, на которую вас кидали. По-любому такой опыт был. Без этого никак, мне кажется. Вот на самом деле, представьте, ни разу такого не было. Не обжигались. Ну, жестко не обжигались. Было такое, что в транспортных компаниях там люди вытаскивают из коробок фумарь, короче, дорогой, да, и так далее. Вот, да. Такие моменты были. Но это уже как... Ну, и они тоже пресекаются поставщиками, как они могут там, то есть запаковывают, там, убирают куда подальше. И, в общем... Такого, как правило, какого-то кидалого, как бы оно возможно, и я знаю много людей, много примеров, кому просто не приходил товар вообще, допустим. Да, вот и... он у поставщика какого-то заказал нового, а тот деньги взял и да. номер на офф, и слился чувак. Да. Так у вас такое... такого не было, вас не кидали. Я просто нашел изначально хороших поставщиков, ну, как бы адекватных. Бывало такое, что присылали не то, что просили. Ну, это классика. Ну, это классика. Это она решается, я думаю. Какие подводные камни были при открытии магазина? С чем, с какими трудностями вы столкнулись? Мне почему я задаю эти вопросы, мне охота понять суть вообще вот работы магазина. Вот если кальянная, да, я знаю все камни, а вот именно магазин. Так, ну я думаю, при открытии магазина какие там могут подводные камни быть? Но я думаю, там проблематично... сделать такой магазин, ну, найти какое-то такое правильное место, чтобы туда люди начали заходить, захаживать, смотреть. И выбрать место нужно тоже не такое прям уж идеальное, что-то идеальное, да? Яркое, там отдельный вход, там дорогая аренда, там и так далее. Ну, как бы все, кто знает, вот как у нас это в Челябинске происходит, все знают наш магазин, а в основном через соцсети, через какие-то, через вот это уже сарафанное радио, все знают, да, и они, соответственно, уже приходят в магазин и просто найдут его, где бы он ни был там, то есть в любом закоулочке, там, в переулочке. То есть открытие на первой линии в дорогом помещении смысла нет, да? То есть сколько минимальная квадратура для хорошего вот вашего магазина? Минимальная квадратура, ну, квадратов 15, я думаю, ну, то есть это можно сделать как закрытого формата, да, магазинчик, то есть через прилавок торговать, в принципе, такое у нас даже есть. И в основном это, как полагается, открытый магазин, такой открытого формата, то есть ты заходишь в помещение, у тебя шоу. И все, да, выбираешь, то есть тебе, что тебе нужно, набираешь, и счастливо уходишь домой курить кальян. Доход. Доход. По магазинам получается, сейчас средний доход мы взяли, допустим, франшизу, показатель, то есть средний. То есть у нас все учитывается в определенной системе, да, которой мы пользуемся. И как бы мы сделали там самый средний магазин, самый средний доход — это 200 тысяч в месяц. То есть это чистый. Это чистыми, да? Да, с учетом аренды? Нет, это... Ну, как бы, учитывая аренду, да, но там еще плюс-минус, там, чистая прибыль чуть-чуть поменьше получается. Но это средний магазин, то есть обычный, в средний день вообще, то есть как в средние дни, то есть такие, в средний месяц имеется в виду. Вот, то есть 200 тысяч рублей — это получается такая минимальная, то есть от 200 идет прибыль. Соответственно, там уже нужно уделять, ну, внимание, там, заплатить за аренду продавцам, налоги и... Ну да. Ну, тут... Вот буквально там небольшой кусочек, конечно, отлетает, но он по правде небольшой, потому что, как правило, у нас в магазинах аренда недорогая, продавцы, как бы, там тоже зарплата, она все равно не самая высокая, как бы, и в итоге остаются, ну, порядка 180 легко. Нагинали ли вас менты? Очень сильно. Нормально нагинали? Да, очень нагинали, как бы, одно время было такое, но, как бы, я полагаю, все в прошлом.
опыт такой, как бы, не всем советую. Ребят, не надо. Не всем советую. Не рискуйте. Но как бы теперь. Зато мы знаем, как работать так, чтобы так не нагнули, как бы, чтобы не было никаких там тяжелых последствий после этого, чтобы вас там, так скажем, больше не нагинали, да? Да. Смотри, довольно такой тоже интересный вопрос, он даже, возможно, будет каверзным. Есть ли конкуренция среди магазинов, насколько она жесткая? Есть ли какие-то подставы? Вот, допустим, да, вот есть вы, есть другой магазин, и он понимает, что он проигрывает по популярности, то есть единицам продаж, и он пытается он как-то поднасолить. Ну, такое, скорее всего, есть, да, но мы как бы с конкурентами в таких отношениях более-менее мирных, то есть никто ни с кем не воюет, я такого, по крайней мере, никогда не видел. А на самом деле здесь даже такого нет. Рынок настолько широкий стал и объемный, что даже мало магазинов, в Челябинске мало магазинов, вот, допустим, по кальянам, хотя их на самом деле очень много, но чтобы вот этот вот весь спрос покрыть, как бы, можно открыть еще там. Парочка, да? Парочку, там 100% вообще. Смотри, еще вопрос. Вот. Меня вот сейчас очень сильно заинтересовала именно франшиза, да, потому что это очень интересное, как бы, движение вот этой франшизы и всего остального. Человек купил франшизу, все заказал, и он не должен ни роялти, ничего остального, только первоначальный взнос. Только первоначальный взнос, никакого роялти, ничего нет. Это просто... Грубо говоря, короче, мы сливаем вам всех поставщиков, все свои наработки, все свои знания, просто за небольшую, получается. По идее небольшая. Очень небольшая. Ну, на рынке франшизных там предложений, да, есть более известные там, скажем, сети, да, и у них как бы очень-очень большие требования, то есть там плюс, ну, роялти, плюс процент. Куча. Либо роялти, либо процент. Сам этот даже первоначальный взнос. Требования к тому, чтобы были какие-то бабки на то, чтобы, ну, то есть там минимум 1 000 000 у вас должен быть там в кармане, чтобы вы вообще могли открыть. Так, я еще добавлю, да. Я на самом деле это те, кто немного разбирается во франшизах, ну просто, допустим, спрашивают, типа, а почему нет роялти? Да? Это не значит, что если нет роялти, то вам не будет оказана никакая поддержка. Ну, к примеру, первая франшиза была продана в город Миасс еще год назад. И мы с ребятами не просто, не знаю, как сказать, стали нашими франчайзерами, они нам как друзья стали, то есть постоянно, там, не знаю, раз в месяц, раз в два месяца постоянно к ним приезжаем в гости, постоянно общение. То есть отсутствие роялти — это не значит, что отсутствие поддержки, абсолютно нет. То есть просто мы не видим смысла, за что, ну, крохоборить, за что брать деньги в дальнейшем. Ну, чтобы, ну, стыдно, вот просто стыдно, за что еще брать. Мы же максимально наполняем людей всем, чем можно. Минимальная сумма для открытия магазина, помимо того, что ты платишь за франшизу? Ну, если не учитывать, да, взнос за франшизу, минимальная сумма, можно стартануть, мы что берем? Аренду берем, да, в расчет, получается, берем в расчет... помещение, но это вообще... Давай не будем брать товар. Продукция, да, товар. То есть мы, в свою очередь, помогаем правильно скомпоновать структуру магазина, где что должно стоять, какой магазин, какие товары там должны лежать. И в соответствии с тем, что, ну, возможностями человека, мы предлагаем ему именно товар, да, какой-то. Купить, то есть говорим, где это, какие поставщики, у кого что взять. Планируем первый закуп, закупаем. И в районе можно уложиться вот на самом деле. Минималочку прям. Минималочку, вот прям, ну, 100. Ну, 107, ну, 100. Не может быть 70. Ну, я тоже, опять же, объясню. Может быть, сейчас кто смотрит видео и скажет, типа, как так? Что это за магазин? Сколько это товара? На самом деле... Если посмотреть через предложение на рынке франшиз, которые существуют, действительно, там, опять же, не буду говорить, рекламировать имен, есть кто минималка там от 800 тысяч рублей нужно вложиться в товар, от 1 000 000, там, от 2 000 000. Формат, у них просто формат магазинов другой, то есть это какие-то, не знаю, какие-то уже большие магазины там, и может и... Оптово-розничные, да? Ну да, быть может там, ну, другие прибыли, да,
Но мы, то есть людям именно доступные франшизы, доступные магазины для доступных, не знаю, для доступных людей. Не знаю, может назвать масс-маркет или как это обозвать иначе. Но действительно, то есть эта франшиза будет доступна, если не каждому, то почти каждому человеку там от 23 до, не знаю, лет. До бесконечности. Да, то есть кто поднакопил денег, немного денег, хочет открыть свой магазин в небольшом городе. То есть да, ну действительно, в городах, ну вот город Миасс, опять же, кто не знает, наверняка вы не знаете, что это за город Миасс, это 150 тысяч населения, то есть магазин там с миллионом товаров просто, ну, там не нужен. Да, ну, кто-нибудь некому просто покупать. Поэтому, заставит. То есть мы действительно открываем доступные магазины, опять же, то есть никто вас не ограничивает, мы также абсолютно поможем вам создать и большой магазин. То есть в зависимости от того, сколько у вас денег, такие магазины мы и открываем. То есть опыт есть абсолютно разный. На данный момент, то есть у нас 4 собственных магазина и планируем в дальнейшем открывать собственные магазины. Первая франшиза была продана год назад, на данный момент у нас уже продано 3 франшизы, 4-й договор мы уже завтра заключаем. Вот. И, как правило, опять же, это наши клиенты. То есть мы на данный момент имеем полное моральное право продавать франшизы. Почему? Потому что у нас есть собственный опыт, раз. Второе, у нас есть целый год опыта нашего франчайзи в город Миасс, в котором мы обкатали данную модель абсолютно, то есть от и до. Обтесали. Да, то есть, и, ну, опять же, то есть скажу про цифры, да, если идет речь, то в небольшом городе Миассе с населением 150 тысяч, они зарабатывают порядка 100 чистой прибыли. Плюс-минус, то есть, ну, учитывая, что из 150 тысяч, только 1020 курит в городе, примерно, да? Ну, я думаю, а то и меньше, наверняка. Причем, насколько я знаю, там парочку или троечка магазинов есть кальянные. Да. Но и наш там самый лучший считается, то есть все туда идут. Самый продаваемый табак именно в ваших магазинах. Ой. Ну, это вот самый такой масс-маркет, Альфакер, Щербетли, все знают, там, Адалия, то есть, ну, Фумари, как бы. Бюджетный там. Да, ну, Фумари, он так, менее так бюджетный. На праздничек, пойду куплю себе на праздничек Фумари, да? Да, Фумари тоже хорошо. У меня день рождения, я пойду тебе куплю Фумари. Мама подарила? Да. Хорошо берут Дерцайт, там, Танжик, ну, кто любит покрепче, то есть, в принципе, прикольно. Смотри, еще такой интересный вопрос. Какими документами это все подковано? По документам. Договора там. Именно франшиза? Да. Ну, естественно, Александр, ответь на данный вопрос. Да, пожалуйста. Да, то есть на данный момент заключается договор юридический, то есть полное, то есть вы получаете не просто, то есть договор вводный, то есть там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, что мы вам предоставляем, вы это получаете, вы расписываетесь над этим, то есть акт приемки, получения и тому подобное, все это имеется, также сейчас подаются документы на торговую марку и тому подобное, то есть это, ну, не тяжелые. Неправильно, это не легкий процесс, то есть порядка года торговая марка пока регистрируется и тому подобное. Поэтому уже, так сказать, имеем собственный магазин плюс дополнительный, поэтому, так сказать, запарились данным вопросом. То есть торговая марка, естественно, необходима. Вот, чем мы занимаемся. То есть, ну, естественно, договор, все это юридически подковано. Вы, так сказать, обезопасены от того, что там, не дай бог, мы что-то как-то несправедливо кидало, мы не занимались. Справедливое отношение. То есть, да, полностью. Мы всегда работаем честно, как бы и продавцам нашим всегда платим честно, и все, кто с нами работает, со всеми рассчитываемся, с поставщиками всегда. То есть мы такие довольно себя считаем надежными ребятами, и как бы, она знает у нас уже хороший такой, так хорошая, скажем, репутация. Хорошая репутация, да. А сколько сейчас отдельных брендов, то есть магазинов в Челябинске? Штук 30 есть? Нет. Штук 30 нет. Наверное, порядка 10 отдельных каких-то брендов имеется. Есть люди, кто очень давно работает. В последнее время что-то прям понаоткрывались новые ребята. Вот мы с ними на Серовом хорошо познакомились, так скажем, заново. Ну, то есть мы с ними так или иначе когда-то пересекались, потому что мы уже в этом очень давно. И как бы
Но, тем не менее, я бы вообще не сказал, что как-то от этого сильно упала прибыль и так далее. То есть людям просто стало удобнее, то есть у них есть магазины везде там под боком, да, чтобы они могли буквально спуститься там в тапочках. Развитие, то есть культуры коренокурения. Да. И есть такая поговорка, знаешь, конкуренция – двигатель прогресса, соответственно, охота прогрессировать, чтобы быть лучше. Да, да. Да, тоже добавлю, просто многие люди, когда, допустим, спрашивают, ну, там, франшизу, да, допустим, купить, обращаются и там… А как думаете, у нас пойдет, не пойдет? У нас есть уже два магазина, там в нашем городе есть два магазина, как думаете, пойдет? Я вот переживаю. Ну, на самом деле, вот если бы не было магазинов, то спроса нету. Как раз таки конкуренты помогают вам создавать спрос, и конкретно уже и предложение растет. Конкуренты – это хорошо. Да, опять же, если есть конкуренты, плюс, и вы входите не просто, то есть со своими, так сказать, возможностями, вы входите с возможностями сети. То есть у нас цены гораздо ниже, чем, ну, я уверен, у большинства многих магазинов, там, кальян. Своя дисконтная программа есть, то есть она общая на всех. То есть эти карты постоянного клиента, разумеется, конечно, можно вот с нашей картой из Челябинской прийти, там, скажем, в тот же там МИАС или в любой другой наш магазин, который будет открыт по франшизе, и ее купить, ну, и купить, и, соответственно, наоборот. То есть эти карты как бы везде у нас принимаются. Довольно-таки интересно было послушать мне вот про эти магазины. Я как бы далек от этой темы. Интернет-магазин. Есть у вас? Интернет-магазин мы пробовали запускать. Его уже как-то делали. Но на самом деле этот проект у нас такой. Он постоянно у нас пилотный, короче. Да, то, да. То есть мы его... Вы за живую продажу. Да, живая продажа все-таки это, да, я считаю, нужна консультация. Человек приходит в магазин, и вот главное просто прийти, то есть там продавцы работают, у нас девчонки работают, парни там уже прошаренные, уже знают, что с чем посоветовать, что куда, что с чем заменить. Ну, да. И в интернете ты просто будешь там что-то искать, там все это не то. То есть живое общение, ну, да. Да, мы только за это как бы, то есть. Но у нас больше продажи идут вот именно физически. Да. Но. Естественно, то есть с развитием сети этот вопрос будет поднят, и я так думаю, в ближайшее время, наверное, партнеры уже сами будут говорить о том, что сделаем. Если будут просить, да, то есть, опять же, по спросу, да, на это все. Перспективы развития на самом деле очень большие в головах. И с появлением новых партнеров, то есть, естественно, мы прислушаемся к людям и. Я уверен, что этот проект будет поднят и возобновлен, так сказать, снова поставим на ноги. И уже просто на федеральном уровне. То есть это не будет просто какое-то место, да, это действительно будет какое-то уже с хорошим уровнем. Вообще интернет-магазин. То есть, допустим, если я, допустим, живу, просто примерно, да, живу, допустим, у вас есть магазины в Питере, допустим, и есть в Москве. Я живу где-то посередине, но ближе к Питеру. Я захожу в интернет-магазин, закупаю, соответственно, мне товар придет с ближайшего города. Ну да, естественно. То есть. Да, это очень интересно, когда есть общий интернет-магазин. То есть получается, знаете, общая концепция неразделенного магазина, когда внутренние франчайзи начинают поддаться и придумывать что-то свое. У вас стабильная своя площадка, и вы только работаете на ней. Да, да. Очень интересно, кстати, да, по магазину. Хорошая такая идея. Но она просто вот реально уже такая еще не реализованная на данный момент, но с развитием сети, и я думаю, спрос на это будет, и мы. Ты не думай, так и будет. Да, так и будет. Поэтому, тварь ты дрожащая, или имеешь право, хочешь свой бизнес, покупай франшизу Кальян Шоп. Ссылочки на ребят я оставлю в описании. Думаю, интервью получилось интересное, так что пиши в комментариях свои вопросы, и ребята, думаю, на них ответят. Также пиши им в личку, все это задавай, и они тебя полностью проконсультируют. Хватит работать на дядю. И снова я перебью. Все-таки у нас дала скидку, поэтому по промокоду дала скидку. Мы предоставляем скидку в размере 50 тысяч рублей на франшизу. Ни много, ни мало, а много. Ну да. Да, первым трем. Трем. Да, первым трем, кто по этой скидке залетит, пожалуйста, обращайтесь, поможем, расскажем, подскажем, открыть, помочь, все, так сказать, проведем в лучшем виде, поэтому обращайтесь, всегда будем рады вам помочь. Все, спасибо, Дима. Спасибо, Дава. Спасибо, Александр, было приятно пообщаться. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. Пяу.